Всем привет! Я в России. Россия – это Курская область. Я хочу вам показать, честно сказать, я здесь прожила всю свою сознательную жизнь, ну, 20 лет, да, но я никогда не была на этом месте. Что это за место? Это какое-то речушка, но это, знаете, вот здесь это называется ключи, родничок, источник какой-то. И вот этот здесь источник, ну понятно, что он там сейчас вода цветет, но вода относительно чистая, прохладная, я еще не смотрела температуру, не пробовала. И вот этот родничок дает жизнь вот такой штучке, сейчас я вам ее покажу. Это мельница, это водяная мельница. Видите, вот поэтому течет вода течет и крутит там вот это колесо. Сейчас я вам его покажу. Крутит вот это колесо. Тут я сейчас не буду идти. Но вот это вот колесо крутится. И вот здесь само вот это, само такое мельница, она деревянная. Конечно, уже старая, но говорят, что до 2000, даже, по-моему, 6 года еще она работала. То есть там стоят жернова внутри, и вода крутит это колесо, вода крутит колесо, и колесо крутит жернова, и получается мелится зерно. И получается мука. Вот таким вот образом. Честно говоря, я никогда таких водяных мельниц не видела, ну, нигде, и тем более у себя на родине. Я просто не знала, честно говоря, что оно такое есть. Сейчас я потом еще зайду с другой стороны и покажу вам, как оно. Так, это мельница водяная, только с другой стороны. Конечно, все заросшее, как у нас. Все как у нас. Но, тем не менее, вот такое прикольное. Видите, такой водопадик. Вот это колесо. Это колесо крутится. И крутит тем самым жернова. Как-то так.